Силовая броня рейдеров. Тесак. Еще один толстяк. Ну тут вот... Ситуация такая, что у нее силовой брони, конечно, набор, ну, хер с ним. Угу. Все. Теперь, когда я знаю, где это говно. Блин, ну ты чего, мужик? Мы же с тобой на одной стороне. Чуваки, придется здесь посидеть, походу, мне немного. Лазерное. Лазерное оружие меня спасет. Что-то ж срать приспичило таких перестрелочек. Так, и второй где-то там, да? Нет, это рейдеры. Не попал. Там еще где-то турелька была одна. Да. Я вообще добиваю до туда? Добиваю. Тогда надо ее сейчас взрывать. Хорошо. Так, ну и это. С другой стороны. Чё я? Правильно? Чё я стесняться-то? Хотя... Ладно. Ребят, вы чего? Че такие нервные-то? Ах ты жал. Жалко. Не попадаю. Там один остался вообще с таким лоу хп. Только не уходи, не уходи, ну. Не, не докину я до туда. Готов. Это, наверное, тот, он так прошел, как предыдущий. Остался вот этот. Блин. Как не вовремя всегда эти... Не попаду. Лучше в пузо. Чё за живучий гад-то, я не пойму. Ну чего надо-то? Иди отсюда. Я занят. О, шпильку принес. Да блин, уж сколько раз-то попал, уж пятый, наверное. Привет. Лезут и лезут, лезут и лезут. Я что, самый красивый в городе? Мужик, ты утомил. Так, ну окей.
разобрать можно будет, наверное, да? У меня вес по... О, вес-то до хера. Буду брать тогда. Поспать можно даже. Бум! Интересно, с чего? Опять, что ли, с толстяка заряжают гады? Все ты им не имёц! Ладно. Спускаемся. Пока неплохо раскидываю, на самом деле, если учесть, что это survival. Мать, опять в штаны накакал. Ну сколько можно? Вы чё? Сигаретный какой-то монстр. Так, а вот теперь я посплю, наверное. Как это не смешно звучит. Где это было там внизу, наверное? Ну, выспались, можно дальше овнить. Я вот надеюсь, они не отреспятся, правда. Хотя, мне кажется, в этой локации нет респа, иначе это тупизм. Я, кстати, не чувствую пока, что патронов сильно много стало. 17 смертей? Неплохо так. Ну, я же не играл, типа, на ОДС какой-то. Я поосторожнее был, наверное, в некоторых местах. Но все равно, когда в тебя из толстяка пуляют, тут особо ничего не придумаешь. Там мразь какая-то, пока не вижу ее. Второй где-то здесь отвалился, но тоже не могу найти. Вот он. Хотя, ну вообще, вместо 2-3 патронов 8-9 падает, но я 2 левела потратил на это говно. Не стоило оно того, как по мне. Слазить, что ли? Дайте слазим. Не хочу никого оставлять. Ну. Понял. Они. Блин, ну это вообще не весело. Мне очень трудно здесь будет зарешать. Пойдем внутрь. Будет шанс, что мы поднимемся. Будет шанс, что мы поднимемся на крышу через, ну, как бы через внутрь. Изнутри. 22 смерти где-то. Понятно. Считаю, что это достойный результат. Опасность. Ну что-то как-то минетмены меня, конечно, послали, блин. В такое местечко. Прям вообще как-то. Не здорово это, что ли. Блин, я промазывающий. Не, ну это далеко от меня не должно зацеплять. Охренеть! ГГ. Да-да, я немного не готов был к такому сопротивлению жесткому. Именно турели проблема. Хакнуть я все равно их не смогу. У меня совсем не вкачан хакер. Так что придется как-то разваливать. А как? Сорян.
Но я хотя бы знаю теперь расположение турели. Мне нужно понять всех врагов расположение, и я смогу придумать, как их раскидать. Блин, Call of Duty какой-то. Сука, вонючие эти. Штуки с подсветкой. Ага. Бум. Только... Блин, я пса пальнул вместо нее. Вот этот промах очень дорого мне обойдется. Хотя нет. Здорово, парни. Отдыхайте. Я думал, это хорошее решение, но почему-то вылетевший коктейль Молотова и меня заовнил. Сейчас. Закидываю и отхожу за железяку. Так, нормально. Это промах очередной дебильный. Квиксейв и квиклоуд не всегда из той же самой позиции тебя возвращают в бой. Вот это меня просто раздражает. Привет. Как же так? Да как так-то, господи? Это жесть какая-то была. О, я в говне. А, предметы. Сейчас, если я ширнусь бафаутом, я, может, выживу. Но обязательно надо попадать будет. Из Ватсона. Ай, их кританул уже на предыдущем выстреле. Где там это говно? Свидание. Фух, поспать нельзя, да? Пипец, ребят. Потею как срака. Еще кто-то ЛС написал. Да я раскладываю как Иисус Христос. Вы что, травите, что ли? Я посмотрю, как здесь какой-нибудь томат будет отваливаться каждые 2 секунды. Спасибо псу за наше счастливое детство. Не трогай собаку, блядь. Я хорошую позицию я выбрал для обороны, наверное. Спускайся. Я пока слышу только угрозы пидорастичные. Да я про томата просто так сказал. Томат хорошо.